В спортивной школе города Невельска в минувшие выходные прошло первенство Невельского района «Молодые звезды татами». В соревнованиях приняли участие 31 спортсмен. Ребята соревновались в спортивной дисциплине свободного парного поединка «Кумите». Соревнования проводились по возрастным и весовым категориям. Юные спортсмены продемонстрировали волю к победе. Стоит отметить, что соревнования были зрелищными. Все участники показали свои навыки и таланты в восточном единоборстве. На упорном конкурентном поединке каждый спортсмен стремился одержать бой чистой победой, проявив настоящий дух бойца. Победители и призеры первенства были награждены дипломами и медалями соответствующих степеней. Также судейской коллегии были выбраны и награждены памятными сувенирами и грамотами победители в номинациях. Служба информации Невельских новостей.